Сансоне уже забил в предыдущем туре в ворота Ромы. Лучший матч с тех пор, как команду возглавил Синиша Михайлович. Хотя Болонья и проиграла его. Ну и стартовый состав Ювентуса, я уже говорил, 4 перестановки по сравнению с матчем Лиги Чемпионов против Атлетико. Но Криштиану Роналду в стартовом составе. И Манджукич в стартовом составе. И Дешилью вышел с первых минут. Хотя итальянские газеты, некоторые из них писали, что сыграет на правом фланге не Дешильо, а Мартин Касерес, недавно арендованный Ювентусом до конца этого сезона у римского Лацио. Это Федерико Сантандер. На ваших экранах лучший снайпер Болоньи нынешнего сезона. 6 мячей в чемпионате Италии. Синиша Михайлович, главный тренер. Ну а Болонья занимает 3-е место от конца на 18-й строчке. Это зона вылета. Болонья забила очень мало, всего 19 мячей, меньше не забил никто. Стартовый свисток Кальвареза. И давайте я вам напомню составы, в которых команды выступают. Итак, гости Ювентус. Матео Перин в воротах под 22-м номером. Леонардо Бонуччи в поле. Никак мяч туда не проникнет. Штрафную площадь, как самоотверженно, играет Дейкс на ближнюю штангу. Какой красивый удар! Пяткой, стоя спиной к воротам, вывернув голеностоп, направил мяч Данило. Хорошая передача. Удар по воротам рядом со штангой. Мяч летит. Сансоне пробил. Нам показывают Сантандера, но бил Сансоне. Тренеры не разошлись с делом. Но там определенная все-таки не отмашка, скажу, но касание рукой было. Вот Сантандер бьет издали. Надо игрой отвечать на такие эпизоды. Андреа Поли. Вот опять справа свободная зона, и почему-то там никого нет. Кто-то должен подключиться. Где правый защитник у Болоньи? Но удар издали следует из-за пределов штрафной. Это было опасно. Симона Эдера пробил. Затруднил Болоньи выход со своей половины поля. Вот. Уже с какой попыткой все-таки удалось мяч доставить к чужой штрафной хозяевам. Сантандер, удар рядом со штангой. Пока вот все то правей, то левей, но никак в створ не удается отослать мяч атакующим футболистам. Ураганной результативности. У Дестро травмы опять мешают и нет стабильности. Фальсинелли проваливает сезон. Атака Ювентуса. Удар по воротам. Как опасно было. Это Бернардески не попадает в дальнюю девятку, перед этим обыграв защитника. Сейчас даст стартовый свисток, и второй тайм начнется. Да, состав хозяев. Лукаш Скорупский в воротах Болоньи под 28-м номером. 4 защитника. В центре Филипп Эллендер. Уже роль, те же функции будет иметь на поле. Подача! Опасный момент! Сантандер! Мбайе! Подряд били в упор, но мяч не попал в сетку. Новейшую историю встреч между этими командами ничья была бы неплохим результатом. Но турнирное положение команды таково, что каждый домашний матч нужно пытаться использовать по максимуму. Матюиди, передача в штрафную. И удар по воротам. Мяч в сетке. Вот теперь еще и за ничью предстоит Болонье. Как следует побороться. Пауло Дибала, проведя на поле всего лишь несколько минут, открывает счет. 1-0. Арсалини подает. Сантандер не дотягивается. И удар с линии штрафной. Сориано снова не попадает. Данило. В хорошем смысле. Дейкс. Мичел Дейкс. Смещается к центру. Удар по воротам. Мяч летел в створ. Правда. Мяч штрафной гостей. Передача. И удар издали. Дотягивается вратарь, еще раз реагирует. Вот, наконец-то, Болонья проснулась и заставила Перина продемонстрировать. Но Перин спас Ювентус. Болонья отчаянно пытается спасти этот матч. Ну, а у Ювентуса шанс провести разящую контратаку. Криштиану Роналду. Криштиану Роналду входит в штрафную, уходит от Эллендера. Передача. Нет, это удар был в ближний угол. И едва мяч не юркнул
между ног Скорубского в сетку. Сегодня получили удовольствие от того, как действовала их команда. Эстетическое удовольствие. Но они получили удовольствие от того, что их команда способна добиваться победы в любой ситуации, по крайней мере, в Италии. 1-0. Ювентус побеждает на Ренато Даляра, выигрывает у Болоньи. Дибало забил победный мяч. Вместе с вами футбол смотрел Олег Пирожков. Всего доброго и до новых встреч.